исследователи Лермонтова сегодняшние. Например, я знаю такой факт, что, естественно, этот человек не нравился из Гринпею, и он постоянно с ним просто забежал. Они не могут на них убежал с караула. Поэт писал о Кавказе. Писал много, красиво. Богом ему был дарован высочайший поэтический талант. Его герои наверняка внешне, да и внутренне напоминают многих из нас, ныне живущих. Лермонтов был талантлив. Но достаточно ли одного таланта для того, чтобы завоевать любовь тех, о ком написано в стихах и прозе? Бог просто поцеловал. Вот когда-то, да, как-то бывает так, взял его, и Бог его поцеловал. Человек приезжает воевать на Кавказ, да, то есть он враг наш. Ну, по сути-то, да, он враг народов, которые с ним воюют. Но никто так Кавказ и эти народы не любил, даже местные жители, не каждый местный житель так любил, как Лермонтов любил. Потому что Лермонтов написал, какие стихи: «Хотя я судьбой на заре моих дней, о южные горы отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ». То есть это разве не признание в любви, разве это не признание того, что это фактически он признает то, что это его малая родина, Кавказ. Хотя он здесь в качестве военного человека, да, который участвует в военных экспедициях, в кровавых очень экспедициях, да, воюет с черкесами, он пишет удивительные вещи, аул Бастунжи, да, то есть удивительные вещи, которые не принижают как-то там, ну, как сейчас это принято, кстати, в наших СМИ, да, говорить, что вот лица кавказской национальности. А он наоборот, он говорит: посмотрите, какое благородство, посмотрите, какая красота, как это удивительно. Ведь за это Лермонтова невозможно не уважать, хотя бы с точки зрения человека, который здесь живет. Настоящих друзей у Лермонтова было немного, и все они отмечали в нем удивительную доброту, мягкость, умение понять и поддержать в беде. Поэт обладал необычайно чувствительной и уязвимой душой. Ну а люди, не входившие в число его друзей, тоже оставили о нем воспоминания. Для них Лермонтов был очень язвительным, часто переходившим грань дозволенного, дерзким. Причем для того, чтобы ощутить на себе эту дерзость, совсем не обязательно было входить с ним в конфронтацию. То есть он был двойственным человеком, и вот эта двойственность интересна и в творчестве, потому что то он пишет молитву удивительную, создает, в которой просит оберегать Богоматерь, свою любимую женщину, то он тоже молитву пишет, но молитву явно, ну как бы, не хочу сказать издевательскую, но тоже дерзкую, вот, допустим, юнкерскую молитву. И это прослеживается на всем его творческом пути, вот эта раздвоенность. Может быть, он сам от нее страдал. Он оставил крайне мало каких-то дневниковых записей, таких исповедальных вещей, и мы можем догадываться об этом только по его творчеству.
я, можно зачитаю одну фразу Ираклия Андроникова? Я ее очень люблю. И через всю жизнь проносим образ этого человека. Грустного, строгого, нежного, властного, скромного, смелого, благородного, извительного, мечтательного, насмешливого, застенчивого, наделенного могучими страстями и волей и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего, бессмертного и навсегда молодого. Вот все эти характеристики он отнес к нему. Верзилиных, и что произошло фактически в доме Верзилиных, да? Он сказал какую-то шутку Лермонтов очередную, он писал на него эпиграммы, да, то есть он очень много, как бы, ну, он задевал Мартынова, так скажем. И на каком-то этапе он, вот этого вечера, он сказал какую-то шутку, а тут, ну, как пишут опять же современники, оркестр перестал играть, и Мартынов услышал. Вот эту шутку. Она была просто сказана за спиной, то есть это уже, что само по себе некрасиво, да? А оркестр вдруг замолк, и Мартынов услышал эту шутку, и когда они выходили, Мартынов подошел к нему и сказал, ну, естественно, по-французски, тогда все изъяснялись по-французски, он сказал, я много раз просил вас не подшучивать надо мной перед дамой, в присутствии дам. А он сказал, а что, если вам что-то не нравится, вызовите меня на дуэль. Кто кого вызвал на дуэль в таком случае? Естественно, Михаил Юрьевич Лермонтов. То есть он спровоцировал. Но в те времена, да, со своими понятиями о чести, невозможно было сказать, а ну ладно, то, ну, опустить глаза и уйти. Он сказал, ну тогда вызываю я вас на дуэль. То есть провокация была со стороны Лермонтова. Лермонтов очень хорошо знал адыгский фольклор, был знаком с историей черкесов, хотя нет никаких упоминаний о том, что он тесно общался с местным населением. К примеру, написать поэму «Измаил бей», не используя устные источники, не очень-то и реально. Это произведение основано на легендах и исторических фактах. Это художественный пересказ документальных событий, про которые Лермонтов в свое время где-то услышал, находясь среди кабардинцев. И было бы, наверное, даже правильным, если бы в наших школах изучали Измаил Бея как работы этого автора, потому что, да, изучаются работы Лермонтова, но эта работа ближе к нам. В них это рассказывается, главный герой в них, Измаил Бей, это кабардинский князь Измаил Бей Атажукин, который был реальным историческим лицом, который жил в это время. Измаил Бей Атажукин, потомственный кабардинский князь. Родился в середине 18 века, обучался в России, затем воевал. Участвовал в войне со Швецией. Награжден орденами и медалью за штурм Очакова. В 1794 году, в разгар Кавказской войны, он возвратился на родину. Положение Кабарды было бедственным. Известно, что Измаил Бей за участие в противостоянии царским войскам был сослан. На самом деле, в военных действиях участия он не принимал.
но за сочувствие своим соплеменникам нажил себе много врагов, и как друга царская администрация его уже не воспринимала. Про Измаила Бея можно сказать, что это был человек, который сделал все для того, чтобы мирным путем урегулировать какие-то конфликтные ситуации России с Кабардой. В отличие от него, его брат Адальгири выступал за военное решение конфликта. Были другие князья, которые пытались воевать с Россией, а именно он пытался решить все проблемы мирным путем. Он пытался объяснить своим сородичам о том, как надо дружить с Россией, а России, российской администрации пытался объяснить тонкости менталитета кабардинцев для того, чтобы им было легче понимать друг друга. Есть и другие работы Лермонтова, наталкивающие на мысль о том, что поэт все же общался с черкесами, и общение это поверхностным быть не могло. Вспомним песню, которую пела Белла Печорина. Он ее приводит как пересказ из уст Максима Максимовича, но вот в фильме Ростоцкого нашли аналог этой песни, правда, она на адыгейском языке, ее исполняет актриса в фильме. И есть еще несколько моментов, где вот черкесская песня, он так и называет, в поэмах отрывки, которые он использует. Плюс многие сюжеты его поэм подсказаны какими-то преданиями, не скажу, что фольклором, но преданиями, вот Аул Бастунжи, например, тот же Измаил Бей, он не застал этих событий, о которых писал. Поэтому я думаю, что погружение было, а зная его способность к познанию языков, к изучению языков, думаю, что без какого-то включения в языковую составляющую народа не могло произойти этого всего. Поэтому это тема отдельного исследования, такие исследования были, но недостаточно, я думаю, они получили недостаточную известность. Сказать свое мнение. В Кавказ невозможно не влюбиться. Он же приехал совсем маленьким сюда, с бабушкой, еще очень давно, то есть там 6 лет ему или сколько это было, да? То есть он приехал сюда с бабушкой, и вот поэтому, хотя я судьбой на заре моих дней, у южные горы отторгнут от вас, это именно к этому. То есть он приехал маленьким ребенком сюда, он поразился этой красоте. Но этому же невозможно не поразиться. Ну, кроме того, он, наверное, был, несмотря там на какие-то его, может быть, негативные черты, да, это же был человек, в хорошем смысле, человек мира. То есть любой гений, да, он воспринимает чужую культуру очень тонко. И его черкесская культура очень трогала. Почему она его трогала? Да потому что он не был толстокожим. Потому что он мог это впитать в себя. Кавказ для него это прежде всего черкесы, но потом, позже, уже во время своей первой ссылки и второй, он участвовал в боях. Обманываться на этот счет, что вот у него какие-то были грандиозные планы по поводу Кавказа, нельзя. Но при этом вот все, что я сейчас сказала, никак не отразилось на его вот этом творческом осознании Кавказа как уникального региона. И то, что он первым обратил внимание на красоту вот этого простого быта, который по сравнению с петербургским двором, петербургским светом, конечно, казался диковатым, но он в этой дикости увидел такое глубокое самоуважение, такое тонкое отношение к своим традициям.
Какая-то особая любовь к Лермонтову у нас, кавказцев. И вообще-то это и объяснимо. Вот, казалось бы, в 21 веке, век технологий, вот что можно, чем можно удивить читателя, молодого читателя? А на самом деле в стенах нашей библиотеки очень много удивительного, интересного, связанное с жизнью, деятельностью, с творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова. И, пожалуй, вот когда берешь это издание в руки, и какой-то трепет, какое-то волнение, потому что это прижизненное издание. Этому изданию больше, где-то 185 лет. И представьте себе, сколько, через сколько рук вот прошло это издание, и сколько людей изучали, брали, и в душе у которых, наверное, остался свой Лермонтов. Среди библиотечных книг есть исследовательские работы по творчеству Лермонтова. К примеру, в издании «Ученые записки» литературовед Андреев Кривич в статье «Кабардино-черкесский фольклор в творчестве Лермонтова» сопоставляет информацию из народных преданий, рассказов и песен с произведениями поэта, в результате чего становится очевидным. Поэт, без сомнения, являлся знатоком адыгского фольклора. Это еще раз подтверждает версию о том, что Лермонтов тесно общался с черкесами. Еще есть у него очень интересное издание. Это, значит, историк, замечательный был историк, Лайпанов. Эта книга вот эта, изданная в 57 году. А здесь вот, например, автор этот рассматривает поэму Лермонтова «Хаджи Абрек». И он, опираясь на фольклор, карачаево-балкарский фольклор, он задается такой исследовательской цели. А вообще был ли этот аул Джамунгат, который описывается в этой поэме, и вообще имели ли место быть те события, которые описаны вот в этом фольклоре, вот в этой поэме, она небольшая по объему, и сюжетная линия там такая, значит, чисто кавказская тематика, это и месть, это и, собственно, и честь, ну, все вместе. И он делает свои изыскания, разыскания и подводит читателя к тому, что да, действительно, на самом деле, на территории Карачаева-Черкесии, в районе Тиберды, действительно есть речка Джамагат. И действительно некогда был аул Джамагат. И действительно имело место быть, жить, значит, князьям рода Урусбиевых вот в этом ауле. Видел вас, холмы и нивы, разнообразных гор, кусты, природу дикой красоты, степей глухих народ счастливый и нравы тихой простоты. Но там, где терек протекает, черкешенку я увидал, взор девы сердце приковал, и мысль невольно улетает бродить среди милых дальних скал. Так дух раскаяния в звуке, заслышав райский, летит узреть еще небесный вид, так стон любви, страстей и муки до гроба в памяти звучит. Он видел, что люди не всегда идеальными, какими он хотел, может быть, их сначала в юности, когда писал «Черкесов» или «Кавказский пленник» представлять. Они и зависть у них проявляется, и
ревность. Вот в Ауле Бастунжи два брата ссорятся из-за женщины, и злость, и так далее. То есть это их, ну, они не идеальны для него. И он прекрасно это видит. И когда он пишет Казбича, один из замечательных его образов, Казбич, ну, мы бы сейчас такого человека, наверное, тоже в обществе не всегда принимали. И как бы ни была прекрасна Белла, брат Беллы отъявленный негодяй. Он очень достойно говорит, хотя всего двумя фразами, вы больше не найдете в романе, об отце Беллы, о кунаке Максима Максимовича, который пригласил их в гости. Но, в принципе, у него ни розовых очков не было на глазах. Вот мне это тоже нравится, и за это я, ну, как-то верю ему больше, что никаких хвалебных од, никаких иллюзий он не питал. Ну, он все-таки был скептиком сам по себе и, ну, язвительным довольно человеком, чтобы восхищаться тем, что на самом деле его не восхищало. Я верю, обещаю верить, хоть сам того не испытал, что мог монах не лицемерить и жить, как клятвой обещал, что поцелуи и улыбки людей коварны не всегда, что ближним малые ошибки они прощают иногда, что время лечит от страдания, что мир для счастья сотворен, что добродетель не название, а жизнь поболее, чем сон. То есть он подвергает эти вещи сомнению, да? И его обременяли вот эти все моменты жизни, да, какие-то негативные, они его очень сильно печалили. То есть Пушкин, он был легкий, он был непринужденный. Он, ну, я не знаю, там, ну, стихи достаточно почитать просто, чтобы понять, кто такой Пушкин, да, и кто такой Лермонтов. То есть это разные, это полярные совершенно люди. Все, что связано с Лермонтовым, для Хаутиша Генова родное. Творчество поэта – часть его жизни. Он много лет изучает биографию Лермонтова, написал две книги и надеется успеть издать их к 200-летию поэта. Вот эта таблица называется «Черкасские и Лермонтовы». Я вычленил из генеалогического древа Лермонтовых и Черкасских нужные мне ветви, чтобы показать взаимосвязь представителей Лермонтовых и Черкасских. Прежде чем говорить о взаимосвязи двух родов, нужно совершить экскурс в историю. Для начала выясним, кто такие черкасские.
В 1557 году один из сыновей старшего князя Кабарды Темрюк Идарович заключает военно-политический союз с Иваном Грозным. Он выдает за царя свою дочь Башаней, и после крещения новую царицу нарекают именем Мария. Таким образом, родственники кабардинского князя стали приближенными царя. От братьев Идаровичей, Темрюка, Камбулата и Жильгота в дальнейшем развились три ветви знаменитого рода черкасских на Руси. От сына Темрюка Мамстрюка родился Дмитрий, впоследствии воевода. А внук Камбулата, родного брата Темрюка, Иван Борисович, фактически являлся главой правительства при Михаиле Романове. Предок Лермонтова родом из Шотландии. Звали его Георг Лермонт. Он служил у поляков. И в числе польских интервентов, иначе это не скажешь, он оказался на московской земле, в западных рубежах Москвы. И в этих военных действиях принимал активное участие Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, известный воевода, который и пленил выходцев из Англии при взятии крепости Белой. И среди них находился Лермонт. Дмитрий Мамстрюкович пленил их, решением их судьбы занялся дальше уже Иван Борисович Черкасский. Шотландские наемники оказались профессиональными воинами, а русская армия находилась на стадии реформирования на манер европейских. Поэтому шотландцы приняли предложение Ивана Борисовича Черкасского обучать русских ратников военному делу. Когда воцарился на российский престол Михаил Романов, на второй же день он назначает боярином Ивана Борисовича. Самый приближенный боярин к царю был Иван Борисович Черкасский. Вот поэтому у него были такие возможности оказать помощь, поддержать выходцев из далекой Шотландии, в числе которых находился и предок Лермонтова Георг Лермонт. Итак, Георг Лермонт находится под покровительством Ивана Борисовича Черкасского, двоюродного брата самого царя. Дела его не могли не пойти в гору. Простой шотландский воин становится зажиточным человеком. Ему дают землю, крепостных, жалование 100 рублей в месяц, значительную сумму по тем временам. И Георг становится родоначальником новой российской фамилии. Встреча Георга Лермонта на русской земле с князьями черкасскими способствовала появлению новой ветви генеалогического древа Лермонтовых на Руси. В роду Лермонтовых существовала давняя традиция, связанная с мужскими именами. Она была нарушена бабушкой Михаила Юрьевича и больше не возобновилась, так как родовая ветвь пресеклась со смертью поэта. В каждом поколении одному из мальчиков давали имя деда. Петр Юрьевич, Юрий Петрович, Петр Юрьевич, и так до 1814 года, когда родился будущий поэт, имя ему дала бабушка. Мать Лермонтова, Мария Михайловна Арсеньева, умерла, когда будущему поэту было чуть больше 2 лет. После смерти дочери самыми родными людьми для Елизаветы Алексеевны стали ее внук и Прасковья Крюкова, урожденная черкасская, троюродная сестра покойной Марии Михайловны. Заботе о них Елизавета Арсеньева посвятила всю свою жизнь. Елизавета и Прасковья очень тесно общались и часто навещали друг друга, поэтому Лермонтов не мог не узнать об адыгском происхождении рода черкасских, которые являлись ближайшими родственниками русских царей. Про
Прасковья Александровна знала всех этих людей. Она не могла не говорить о Темрюке и Дарове, о его дочери, которая была русской царицей. Это одна из причин того, что Лермонтов рано обратился к черкесской тематике и так много поэм посвятил черкесам. Собственно, первая поэма его так и называется «Черкесы». Культуру понять невозможно до конца. Но то, что он сделал шаг навстречу этой культуре, и эти плоды мы до сих пор, да, пожинаем здесь, на Кавказе, вот эта любовь к нему, это же тоже плод его вот этих титанических усилий по способности, ну, вникнуть в суть их жизни. То это, конечно, в какой-то степени ему это удалось, но до конца постичь чужую культуру нельзя. Но мне нравится, что он пытался вникнуть. И вот в «Беглеце», когда мать отвергает сына, который сбежал с поля брани, он понимает, почему она это делает. Может быть, он или его бабушка бы так не поступила, или он бы так не поступил, он это тоже понимает, но его восхищает вот эта твердость этой женщины, которая, несмотря на всю свою материнскую любовь, труса прогоняет. Он восхищался Байроном, который отправился в Грецию освобождать греческий народ от турецкого ига. Но вот его современники не понимали, что они сейчас на Кавказе, как эти самые турки, да? А он почувствовал это и понял, что неплохо там, ну, любой из его героев только потому, что он воюет против русских. Не в этом его беда. У него там могут быть свои недостатки, но и он такой же освободитель своей земли, как греческие повстанцы, которыми в то время восхищались. Анна Ивановна Сигитова, учитель русского языка и литературы нашей школы. И вот она рассказывала, ну, за плечами у нее более чем полувековой стаж работы, в общем-то. И вот она рассказывала вещь, которой не переставала удивляться. Она говорит, что в годы депортации она обучала русскому языку в школе детей, депортированных народов Кавказа. И вот она говорила об удивительной вещи, которую, вот, я повторюсь, это ее удивляло. Она говорит, вот даже мальчик, ну, может быть, такой не отличавшийся таким рвением к знаниям, но когда касалось школьной программы, и когда это касалось конкретно по школьной программе творчества Лермонтова,
Удивительно, она говорит, что буквально все дети знали и изучали Лермонтова. И более того, она говорит, они всегда подходили и говорили: а дайте нам книгу, где есть стихи Лермонтова. Потом с высоты лет, вот как она анализировала, и говорит, возможно, это была вот такая вот ниточка, которая связывала вот этих детей, которые не видели исторической родины, с Кавказом. То есть Лермонтов был связующим звеном их с исторической родиной. И она говорит, удивительно, какое-то воздействие было вот на такие детские души. Они, говорит, старались быть лучше, чем есть. И какие-то, ну, послушнее, что ли, более организованнее. Ну, это уже мы, это если говорить о влиянии, да, слова на души человека, души детские, то, конечно, вот такое влияние это возымело. И она вот этому не переставала удивляться. Сидели с приятелем в кабинете. Он занимался своими делами, я своими. Включил «Герой нашего времени», старый фильм, да? И там до такой степени показан этот колорит, а это же с подачи Лермонтова. Я понимаю, Ростоцкий, молодец, все, да, красавец. Но это же Лермонтово произведение. И вот это, как Максим Максимович говорит об этом, да? Он же говорит словами автора, он же не говорит, это же слова не пришли откуда-то, да? С потолка все-таки. Это же слова автора. И вот эти все моменты, ну там, правда, Ростоцкий очень, Ростоцкий великолепно просто, он вот этот колорит наш передал, да, свадебные какие-то вещи, да, то есть песни. До такой степени, я почему говорю, мы с приятелем сидели, с коллегой, он встал, подошел и стал смотреть фильм, понимаешь? То есть он сидел, своими делами занимался, о чем-то писал. Это удивительные какие-то вещи. Это же Лермонтов, посыл-то от Лермонтова идет. Кинорежиссер Станислав Ростоцкий работу над фильмом завершил в 1965 году. Киноленту снимали в Кабардино-Балкарии. Беллу сыграла молдавская актриса Сильвия Берова. А в роли князя снялся знаменитый Борозби Мулаев. Режиссер стремился к максимальной точности буквально во всем. В фильме все артисты говорят на кабардинском языке. Пана памца, розер выдал я хумопатну. Народные традиции соблюдены даже в мелочах. Убранство дома внутреннее, то, как за столом сидят старшие, как они говорят с Беллой, как они к ней обращаются и как она уважительно с ними говорит. Все это, конечно, потребовало, я думаю, от Ростоцкого усилий все это восстановить, все это разузнать, и работа проделана тщательная им. И там единственная неточность, когда Белла поет, она поет на адыгейском. И она поет именно ту песню, которую пела Белла в Чурине. Актерские костюмы в деталях соответствовали настоящим. Жилища, предметы быта, все было воссоздано с максимальной точностью. Вот эти костюмы привезли специально для съемок фильма из Российского этнографического музея тогда в Ленинграде, сейчас Санкт-Петербург. В этом музее работала известнейшая исследовательница вот, кавказского женского платья, Студенецкая, которая, собственно, и занималась тем, что одевала Беллу. Она привезла эти костюмы, она присутствовала на съемках и консультировала Ростоцкого. То есть Ростоцкий снял этот фильм не просто для того, чтобы снять. Он вник в контекст, и в сам текст, и в контекст, и у него получилась блестящая работа, на мой взгляд. Ростоцкий сумел вслед за Лермонтовым окунуться в среду этническую. Позднее Ростоцкий настоял на том, чтобы премьера состоялась в Нальчике. Гораздо лучшее мнение о черкешенках.
что это очень важная повесть, важная в ментальном понимании ее, потому что это в какой-то степени метафора, в какой-то степени поиск ответов на вопросы о том, как дальше русским сосуществовать здесь на Кавказе, с кабардинцами в первую очередь. И ответы у Лермонтова не всегда обнадеживающие, но эта повесть вот очень ярко их иллюстрирует. Это главный русский поэт. И это объясняется не только тем, что он здесь был или он о нас писал. К нему испытывают, я часто замечала, какую-то почти отеческую нежность. Любовь к чему-то, в том числе к творчеству, да, Лермонтова, она передается как бы по наследству. И вот причины, наверное, одни и те же. Это Кавказ, это наш быт, это наши традиции, обычаи, которые дороги не только нам, но и дороги были Лермонтову. И все же, за что еще, кроме таланта, к Лермонтову на Кавказе любовь особая? Наверное, следует спросить у каждого. Автор этого фильма любит Лермонтова за правдивость.